10:45. Это наше первое прямое включение обзора турнира Грович Кап Уникма Фальц 2022. 12 команд выполняют первое задание. Сейчас мы посмотрим, кто что успел сделать, но сначала посмотрим в этой части, что у нас происходит. А в этом углу у нас работает Алексей Прохоров. А, ух ты! Это у нас Алексей, 4-й год идет в шахматной партии. Третий раз. Да. Мы еще не доиграем. Останется время, доиграем. Да. А мы еще нам делаем 5 лет. Да. И вот это затеяно медное панно. На наших глазах рождается такой спецназ. Посмотрим. А здесь у нас проходит конкурс для гостей по шлёпыванию трубы в плоскость. Примерно вот как-то так должно получиться. Это сделано было в Калуге. А это сделано было на этом зале в 17 году. Ну, в 18 году мы проводим этот конкурс. Получается хорошо. Значит, спонсором этого конкурса у нас является фирма «Евроинструмент». Также в этом углу ринга с нами фирма «Металлмастер», с нами станок «Бора», с нами фирма «Москват». И фирма «25 метров» в том углу, мы до них дойдем, тоже посмотрим. Ну, к макетам. Макет номер один, фирма «Алистал». Прошлого года у нас было два победителя. Это 18-й, это 20-й, 21-й год. Значит, первое задание. В первом задании у нас поставили вот сюда сеточку, ее не видно, но она стоит. Карнизную планку на весь скат. И начать делать отдел вот эту вот люцарню. Немножко необычной формы, но такие бывают. А, низ уже сделан. Подъем на стену. Радиусные переходы, как это называется. Есть подъем на стену тоже. И вверху будет такая горизонтальная линза, скорее всего. Посмотрим, как это будет. Задание выполнено сейчас процентов на 50 или на 60. А, турнир Кровичка у них на 2022 Фальц. Двигаемся к финишу. А, финиш работы по кровле 17:00. Финиш по базарным окнам намечен на 16:05. Сейчас мы подойдем. Просто опа! Все, никто ничего значимого не успеет делать, да? Хорошо. Все, поэтому командуйте. Время! Так,
Спасибо. Аплодируем участникам в этой номинации. 5 человек номинировали. Молодцы! Вот что ты Сейчас, где наши судьи? А, Павел! Павел! Сергей, подойдите на минуточку сюда. Смотрите. На вершине конца у нас является задание по посаде, да? Да. Все нормально. Причем второй части, не первой, а второй части полной жизни. Хорошо, все, спасибо. Да. Спасибо. Замах по красоте, там замах простой, здесь замах такой интересный, ну реально очень интересный, выглядит песочек на углу, да, очень красиво. Задание. Правильное решение у нас было разделить на левую и правую часть, потому что если бы не разделили, то было бы не понятно. Серега. Да, вы верхушку заканчиваете, да, загибаете. Так, а у вас еще одна картина, да? Одна картина, все, да, занимаетесь этим заданием, все нормально. Лишнего ничего не делаете. Это делал другой мастер, это делал другой вот. Ну что, сегодня гораздо вчера. Сегодня у вас полностью закончено второе задание, да? Первое совсем полностью, и второе тоже. Дом Кров полностью закончили 4 задания. Что у вас? У вас красиво? Отдыхают тут люди? Ну что, это не сыны выпускники школы Павловича. Они 9 дней подряд работали на макет. И не помогали. Очень важно заделать. Еще можно заделать. Второе. Нет, это третье. Вот проходки, все правильно, да. Закончили первое и второе задание. Ну и начинать третье нет смысла, просто потому что за 5 минут там ничего значимого не сделаете. Хорошо. А вот здесь борьба. Если вы не
внимательно наставник, он же судья, на стадионе оценивают все команды, кроме своей. Смотришь, как устроен, и первый внимательно поставит баллы. Он закончен, и вот бросили одну палочку, я называю словом бросили. Ну, такое решение имеет право на жизнь, но оно такое не упрощено. Компания «Премьер-строй» делает вторую деталь. Понимаете, в чем дело? Давайте, снимайте. В задании написано, что вы сначала делаете левую, потом правую. Делайте левую тоже. Но если вы не доделаете левую, то правую вы делали зря. В задании написано, задание номер 6, левую. Задание номер 6, правую. Так написано. Делайте. Небольшая, которая записывается в судьи, делайте. Я понял, что одну сторону. Ну, ребят, я, во-первых, читать умею, во-вторых, я писал, и в-третьих, говорил. И я знаю логику, почему мы просили начать с левой стороны, она сложнее подготовки. Но подготовка была вся сделана, вы тоже правильно. Да, ну посмотрим, но это мы сами отдельное решение примем, как сидим мы. На фоне усталости это не существенно. Но мне надо посмотреть. Павел! Смотри. Ну, влажно сначала левое, сразу потом правое. Возьмим. Настройте полотенце, на сторону плотнее. На этом макете будет зачтено 6 полностью выполненных заданий. Совсем несколько, кроме 7-го, который 2-го. Хорошо. На макете номер 2 ребята приняли тактическое решение, вполне для да, то есть... Они сделали одну сторону по красоте, более сложной, получить при качестве максимальный балл по этому заданию. За исполнение по красоте, максимальный балл вдвое меньше, чем по красоте. Это важно. Но мы как-то... Второе задание, это вот... Да, я понимаю.